Господи, и почему они всегда убивают в таких отвратительных местах? Почему они не могут делать это в спокойном месте, без наркоманов и головорезов? И не в таких темных местах. Господи, я чуть не пристрелил эту сволочь. Пошли, от этого места у меня мурашки по коже. Я сломал фонарь о твою гребаную машину. Лучше включи свой. Я слышал, что ты боишься темноты. Один четырнадцать. Докладывайте. Федералы прибыли? Это Бейкер. ФБР на месте. Конец связи. Принято. Агент Томас, это офицер Бейкер. Бейкер обнаружил тело на патрулировании. Агент. Боже, больной ублюдок. Томас. Привет, Томас. Это лейтенант Роза. Я снова буду твоим техническим помощником в этом деле. Наша система передачи данных позволяет тебе расследовать и собирать улики на месте преступления и отсылать их мне для анализа. Когда у меня будут результаты, я свяжусь с тобой по телефону. Хорошо. Давай работать. Давай начнем с выяснения причины смерти. Когда твои инстинкты подсказывают тебе, что улики рядом, подготовь свой прибор. Система выберет для тебя нужный прибор, так что не волнуйся об этом. Оно будет светиться ярко-фиолетовым. Очень сильной. Отпечатки отчетливые. Кроме одного.
Синяк указывает на то, что убийца правша, и у него нет указательного пальца на руке. Здесь должно быть что-то еще, что-то, чего мы не видим. Выключи свет. В темноте лазер агента работает лучше. Обрабатываю изображение. Вот оно, тот же след. Такой же почерк, как у остальных? Это работа парня, которого мы прозвали кукольником. Он жестоко убивает молодых женщин и оставляет их рядом с мужским манекеном из универмага. Манекен всегда немного обезображен шрамом на лице. А если по делам посмотреть? Я уверен, что у убийцы такой же шрам. Пока все тщетно. Бейкер, не кури на месте преступления. Я не курю. Но кто-то же курил. Дым идет отсюда. Черт возьми, я чую сигаретный дым. Он прямо над нами. Нужна подмога, сейчас же. Это офицер Бейкер. Нам немедленно нужно подкрепление на углу 4 и Старк. Подозреваемый в убийстве все еще в здании. Подкрепление в пути. Примерное время прибытия 10 минут. Так точно. Бейкер, я зайдем с черного хода. А ты жди подмогу. Дерьмо. Он играет с нами. Изменения в планах. Бейкер, проверь эту дверь. Томас, проверь здание и включи электричество. Все чисто, агент. Чем быстрее мы здесь закончим, тем лучше. Идем. О, ради бога, будь осторожен. Стоять.
внимание. Агент Томас, это офицер Бейкер. Я не знаю, под действием ли они нового наркотика. Дай мне это. Томас, это Дикинсон. Один идет к тебе. Будь готов ко всему. Эй, свинья! Я знаю, что ты там внизу! Федеральный агент, выходите с поднятыми руками, или мне придется использовать силу. Пошел нахуй! О, да. Город просто кишит ими, Томас. Наркоманы, бродяги, психопаты. Они повсюду и очень жестокие. Будь осторожен.
Ой!